А мы продолжаем говорить о Германии. Если вы хотите узнать больше о поступлении в IUBH, продолжайте смотреть это видео. Первое, что хотелось бы рассказать, это то, чем славится институт и чем он, собственно, отличается от других университетов в Германии. Маленькие группы в институте и фактически индивидуальное отношение к каждому студенту. Второе, все преподавание ведется на английском языке, что, несомненно, большой плюс, то есть не обязательно учить немецкий язык, чтобы обучаться в Германии. UBH имеет уникальную возможность обучения с первого года, то есть прямого поступления в институт после 11 класса. Обучаясь в институте, студенты имеют возможность подрабатывать 20 часов в неделю и 40 часов в неделю во время каникул. То все наши студенты, которых мы отправляем в IUBH, находят работу. К примеру, девушка, которая уехала учиться на программу магистратуры Aviation Management, нашла работу спустя полгода пребывания в Германии. Большим преимуществом IUBH как частного института является то, что у студентов будет возможность обратиться к преподавателю вне время занятий и проконсультироваться по их проектам или вопросам относительно обучения. Многие люди считают, что поступить в немецкий университет довольно сложная задача. Я хочу вас уверить, что это абсолютно не так, и я не вижу никаких преград для того, чтобы следовать своей мечте и исполнить ее сразу после 11 класса и поступить в IUBH. Не откладывайте вопрос поступления в немецкий университет и приходите на консультацию в офис Star Академии.